с кольцами здесь принцип идет такой, что мы больше идем, используем напор. И принцип тогда дыхания как бы идет вдох, задержка и еще продолжение выдоха. И снова набор, вдох, задержка. То есть в обычном, там, скажем, варианте мы выдох, вдох, выдох. Здесь то, что нам нужно привести изнутри наружу, мы используем как бы выброс. Да? Нормально нам нужно отсюда, а потом типа продолжать. Но мы все движение набираем. Оставляем еще время прихода туда, мысли. То есть мы как бы используем янский вариант и ждем, уговариваем инь сюда прийти. Понятно, да? Если в одном движении, в другой форме, у нас было то, что мы мысль дали, за ней пошла энергия как бы иньская, да, допустим, а за ней пришла янская. То есть мысль, физика, там, туда-сюда. Здесь у нас уже мысль стоит, и мы устраиваем так называемый конфликтный вариант. То есть мы говорим сюда, ждем, когда так называемая иньская девушка подтянется сюда, и выпускаем ее отсюда. Приблизительно понятно, да? Вот такое вот образное понимание этой темы. Несмотря на то, что мы уже умеем ставить внимание, пространство куда-то усиливать. Но здесь мы используем второй принцип тайцзи. Если первым мы шли по пути, как бы скажем, договариваясь, мы ставили цель, дальше иньская туда текла и вела за собой ян. То есть как бы мы дружили. То есть здесь мы рассматриваем зону конфликта. И мы силовым своим вариантом предлагаем им прийти сюда, а здесь увидеть, что получится. Так называемую непослушную женщину все-таки убедить прийти сюда и посмотреть, что здесь лучше. Таким образом, иначе, как это, янская опора будет слабая, им всегда будет вас водить. Что зачастую случается, кстати, во многих школах. Где это низкого плана пытаются с женщиной договориться, хотя мы знаем, что женщина думает одно, говорит другое, делает третье, то есть расстраивается, и это тоже очень важный фактор — уметь разделить и соединить, настроить то, что мы говорили в других темах. Итак, обычный вариант. Схема. Добавляем вот эту образность. Дыхание не столь важно. Мы принципу показали, что мы выполняем движение на вдохе, когда мы куда-то привели, задержали, как бы это. И выпускаем низкий вариант. Выдох, вдох, выдох.
Блин. Вдох. Все. Выдох. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Выдох. Вдох. Задержка. Выдох. Вдох. Задержка. Выдох. Вдох. Задержка. Помните, я вот здесь. Угу. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Задержка. Выдох. Выпусти. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Благодарю за внимание. Заканчиваем.